На днях состоялся концерт «Музыка зимы», где коллективы Дома культуры Новоуральский показали творческое шоу. Это коллективы «Студия свободного танца «Грани», «Студия современного танца «Высокая энергия», образцово-хореографический коллектив «Аленький цветочек», народный хор «Русские узоры». Они представили программу для подтверждения звания «Народный образцовый коллектив». В это же время на сцене Дома культуры Уральского электрохимического комбината прошла защита коллектива музыкального театра «Калибри», где был представлен отрывок из спектакля «Емелино счастье». Данное звание подтверждается раз в 5 лет и является свидетельством высокого уровня исполнительского мастерства коллектива. Этот концерт был необычен тем, что коллективы представили конкурсные номера, которые новоуральский зритель редко может увидеть на сцене. Программу коллективов оценивала комиссия из Свердловского государственного дворца народного творчества, состоящая из специалистов по вокалу и хореографии, которые занимаются развитием и мониторингом творческой деятельности дворцов культуры по всей Свердловской области.